Я с удовольствием скажу несколько слов с пожеланиями. Ну, самое замечательное, что началось лето. А лето – это всегда солнце, это всегда новые какие-то ощущения, радости, теплой жары или жаркой теплоты. Вот, ягод, вкусностей, теплой воды. Дай Бог, чтобы это все радовало вас в первую очередь, потому что я считаю, что это одно из самых главных, во-первых, солнце – это витамин D, от которого мы лишены в этой жизни практически, ну, большую часть, особенно в Москве. Поэтому дай Бог, чтобы у вас всегда было солнце над головами, чтобы оно разогревало вас до тех замечательных сердечных радостей, которые должны быть у каждого из вас и в каждой семье. И больше посещайте театральных постановок, в которых есть та самая теплота и та самая радость и солнце. Спасибо вам большое, будьте счастливы, обязательно.